не боулинг и не городки, итальянская боча. Одна команда играет тремя красными мячами, другая тремя синими. Процесс строится вокруг белого. Игроки должны как можно ближе к нему подкинуть свои мячи. 14-летняя Дарья Мелехова, капитан команды, бочи увлеклась 2 года назад, когда поселилась в детском доме Садового и нашла новых друзей. Девчонки – неразлучная команда в игре с мячом и собирании пазлов, а еще подружки выступают в роли моделей. Спортсменка ко всему еще и учится рисовать. Я плохо людей рисую, так же, как и Тоня. У меня бывает что-то получается, но в основном я плохо. Я раньше в детстве рисовала человечков всяких, людей, но у меня с этим плохо получалось. Вот я бы хотела бы какой-нибудь, не знаю, также всякие там разные пейзажи. Пейзажи Хабаровска оценили все трое. Каждая из подруг завоевала кубок и медаль. 17-летняя Антонина Токарева, единственная в компании передвигается без коляски, в личном зачете победила троих. Считает, в индивидуальном первенстве выигрыш зависит от удачи. Точность, везение. Самое, мне кажется, это главное. Круто повезло тогда, когда соперник подбил мой мяч, и я выиграла. А когда не повезло, тогда, когда мои мячи уходили за поле. В командном зачете уверенные спортсменки победили благодаря дружбе. В компании подруг не страшно выйти против 6 команд из Приморья, Забайкалья, Якутии, Иркутской, Сахалинской областей и Хабаровского края. Юлия Анохина, Дмитрий Тарасов, программа «Город».